Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Сегодня мы будем регистрироваться на биржу Эксмо. А для начала мы переведем страницу на русский язык, нажав вот здесь на N. Итак, международная биржа криптовалют. Также, кроме биржи, здесь есть обменник, где мы можем обменивать любую криптовалюту на другую. И кошелек для хранения некоторых криптовалют. Также, как мы видим, здесь есть реферальная программа. Итак, нажимаем на кнопку «Регистрация». Вышла нам вот такая страничка. Сюда нужно ставить логин, то есть придумать. Это может быть какой-то псевдоним на латинице. Сюда вставляем вашу почту, то есть e-mail. Придумываем пароль и сюда его вводим, этот же пароль, который придумали, второй раз. Здесь нажимаем на галочку «Согласен с условиями». Эту галочку можете не убирать. Иногда приходят на почту письма с очень важной рассылкой, именно от Эксмо. Затем ставим здесь галочку «Я не робот, соглашаюсь с условиями». И после этого нажмем на кнопку «Регистрация». Выглядеть это должно быть приблизительно вот так. Нажимаем на слово «Регистрацию» и попадаем уже в зарегистрированный кошелек. Вот он горит зелененьким цветом. Вам на почту придет письмо для активации аккаунта. Нажимаете на это письмо и нажимаете вот на эту ссылку для активации. Вас перебрасывает вот на эту страницу. Поздравляем, аккаунт успешно активирован. Вы можете войти на сайт под своим логином. Смотрим, какие криптовалюты здесь присутствуют. Естественно, доллары, евро, рубли, юани, биткоины, лайткоины, Dash, эфириум, Ripple. С этой стороны мы видим кнопки «Пополнить» и «Вывести». Нажав на кнопку «Настройки», мы видим, что здесь те же самые криптовалюты, что и здесь. Вы можете отключить, но я этого не советую делать, потому что, возможно, все это вам и пригодится. Также, если навести на баланс, то здесь мы тоже видим все криптовалюты, которые у нас есть. Тут есть поддержка. Подведя курсор к вашему логину, вы увидите верификацию аккаунта, личные сообщения, реферальная программа, кэшбэк, история торгов, новости, настройки и выйти. Выходить обязательно нужно всегда после сеанса. И новости нужно читать постоянно, для того, чтобы не пролететь. То есть перед тем, как совершать какую-то транзакцию, обязательно прочитайте новости. Итак, начнем с верификации аккаунта. Нажимаем. Здесь написано, какие требования должны быть к фотографии на ваши паспортные данные. Скан должен быть цветной, не менее 500 гигабайт. Сюда вы вставляете свое имя, фамилия, отчество, все как в паспорте. День, месяц и год рождения, серия и номер паспорта. И до какого дня, месяца и года действителен ваш паспорт. Затем нажимаете «Выбрать скан» и загружаете сюда свою фотографию. «Отправить на верификацию». Верификация вам будет нужна, если вы будете торговать на бирже, и для вывода средств с кошелька на ваши карточки. Для хранения в кошельке и для обменника верификация в принципе не нужна. Обменник здесь очень легкий. Вставляете сюда сумму, которую вы хотите обменять. Здесь вам автоматически выдаст сумму, которую вы получите. Сюда вы вставляете, нажимаете любую криптовалюту, что вы отдаете, я отдаю, а здесь то, что вы хотите получить. Все, и нажимаете на кнопку обмена. Очень легкий и быстрый обменник. Далее заходим на биржу, торги. И здесь вы можете видеть, ставки меняются, видите, каждую секунду, то есть обмен идет быстро. Здесь видите, что на что меняют. Также здесь есть чат. Возможно, кому-то захочется здесь побеседовать с кем-то, задать вопросы, получить ответ. Ну и протестируем кнопочки. Например, USD пополнить. Так, вот он нам выдает, значит, через что мы можем пополнить. Через Perfect Money, через OkiPay, через Advanced Cash. Вот видите, нажимаете. Через Payer, через карту Visa. Сюда вставляете сумму пополнения и нажимаете «Пополнить баланс». Обратите внимание вот на это. Минимальное пополнение $10, максимальное $10 000. Комиссия 3%. Если вы нарушите и пополните меньше, чем на $10,
то ваши средства могут просто не дойти и потеряться. При превышении то же самое. Нажмем на OK Pay, здесь то же самое. И вот то, что я вам говорила. Значит, для того, чтобы пополнять с карты Visa, вам нужно пройти верификацию. Например, вы в какой-то компании зарабатываете биткоины, и у вас есть уже кошелек блокчейн для биткоинов. Но и здесь вы тоже можете нажали на пополнение и сгенерировать себе адрес для пополнения Эксмо в биткоин. Нажимаем здесь «Создать». И вот вам вышел адрес, который вы можете вставить в ту компанию, где вы их зарабатываете, и выводить сюда на Эксмо. Вернуться назад. Ну, с биткоинами проще. А вот, например, лайткоины не у каждого есть. Поэтому вы можете сгенерировать здесь адрес для лайткоина. Или, например, вернуться назад для Ripple. Эмблема Ripple создать. И вот вам сгенерировался для Ripple и еще один код, который вы будете вставлять. Вернуться назад. А еще нужно зайти в настройки, выбрать вот здесь вот защита. И здесь нужно поставить двухфакторную аутентификацию. Я выбираю ввод SMS-кода. Здесь нужно ввести ваш телефон, проверить. Вам на телефон придет код из SMS. Вставляете сюда код и нажимаете «Подтвердить». На указанный номер пришел SMS из 12 цифр. Нажимаете «Закрыть». После того, как я ввела код, который пришел, нажала на кнопку «Подтвердить», меня запросили ввести пароль. Сейчас я введу пароль и нажму «Да». Телефон успешно подтвержден. Chrome запрашивает «Сохранить пароль». Нет, не сохраняем. «Закрыть». После того, как вы нажали здесь внизу «Сохранить», вас опять запрашивает вставить пароль. Вставляете сюда пароль и опять нажимаете «Да». Настройки профиля сохранены. Авторизируйтесь заново. «Закрыть». На почту опять пришло письмо. Изменение профиля. Описание. Был подтвержден телефон. Теперь, даже если кто-то узнает пароль, без телефона невозможно зайти в этот кошелек. Итак, мы с вами зарегистрировались в кошельке, в обменнике и на бирже Эксмо. В следующем ролике я покажу, как пополнить и как работать на бирже. На сегодня все. Всем удачи. Если вам полезно было это видео, ставим лайк, подписываемся на мой канал и ждем следующих роликов. До свидания. С вами была Валентина Синема 2.